Приветствую вас на канале Бурмикс. С вами дядь Миша. Сегодня хочу пригласить вас во французское кафе отведать великолепного супа из кабачков. Ингредиенты перед вами. Готовим! Первым делом нужно приготовить основу супа. Она является основой очень многих крем-супов из овощей, которые готовят во Франции. Вначале нарезаем мелко лук и сразу переходим к плите. В кастрюле растапливаем сливочное масло, добавляем лук и пассируем его 7-8 минут. Пока это происходит, хорошенько промываем круглозерный рис и когда лук стал прозрачным, добавляем рис в кастрюлю. Заливаем 1 литром горячей воды и варим, пока рис не станет мягким. На это уходит примерно 15 минут. Вот такой рисово-луковый супчик и является основой французских крем-супов. Пока у нас рис варится, займемся кабачками. Отрезаем ненужное и натираем кабачки на крупной терке. Основа варилась 15 минут, добавляем в основу кабачки. 1/3 оставляем, они нам пригодятся чуть позже. Теперь добавляем в суп молоко 750 мл. Перемешиваем, ждем закипания и провариваем после закипания ровно 5 минут. Теперь превращаем наш супчик в пюре. При помощи погружного блендера блендируем всю эту массу. Теперь солим по вкусу. У меня на такую кастрюлю уходит 1/2 столовой ложки соли. И добавляем 1/2 чайной ложки сушеного эстрагона. По желанию сейчас можете добавить свежемолотый черный перец. Перемешиваем. Добавляем оставшиеся кабачки и сливки жирностью 20%. Можно брать и жирнее. Ничего в этом страшного не будет. Провариваем буквально 2 минуты. Готово. Суп получается вот такой консистенции. Осталось мелко порубить петрушку и украсить наш суп. Суп действительно великолепный. Зовем домочадцев, представляем, что мы во Франции и наслаждаемся очень вкусным супом. Обязательно приготовьте такой суп из молодых кабачков. Радуйте своих родных и близких. А я пока с вами прощаюсь. До нового вкусного рецепта. Пока! Бурмикс.